Давайте, дуйте в трубочку. Дуйте, 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 дуйте. Достаточно. Знаешь, когда резал. Давайте. Когда резал резину здесь. Зараз мы будем. Круговую. Я даже сниму. Я прошу прощения, очень сильно я возмущен. Он мне порезал резину круговую. И именно так. Я не понимаю, а что нельзя одно колесо пробил, справился? Так нет, это слишком просто. Всю... Слишком просто. А я только... А, сильно... Да. А она будет зафиксировать? Так, как зовут там, конечно. Марченко так. Валерий Анатольевич. Валерий Анатольевич, собственно, Херсонович. Вы огляд будете проходить на станции меня? Згідно да. Приладу драгера? Да. Буду, я вас да? Почув. Да. Підходьте сюди. Ну, буде. Что было по закону? Все да? Что было по закону? Все дом закроем? Дом закроем? Чей дом? Дом? Мой дом. А что у вас дома? Мы причем до вашего. Собаки есть, ну, кошка хорошо. Есть. Это дуже и добре. Дом открыт. Ага, впереди там лежим. Да, что-то добре. Нет, что ты смеешься? Ну, не смешно. А, это тебе смешно? Да. Ну, смейся, хорошо. Ничего страшного. Я не прав. Я, например, не отрицаю свое правонарушение. В отличие от тебя. Так, а то, что ты сделал, я только эту машину обул. В резину. Хорошо, без проблем. Ты этого... Как? Она уже не твоя. Машина так, не пользуется. Так, Нико, так, пусть будет так. Валерий, я потратил деньги. Так, переходим сюда. Так, Валерий. Анатольевич. Анатольевич. Марченко, Валерий. Так, Валерий Анатольевич. Давайте пройдемо. А підійдіть, будь ласка, ще хтось, там два понятих треба. Два понятих, подойдіть. А зачем вам понятих? Ні, хто зупиняв, хто зупиняв. Ви і так знаєте, що коли ти... Так, Валерій Анатолійович, давайте, беремо по вам трубочку. Давайте, я п'яний. Ну так ви ж будете продувати, я кажу, що будете проходити тест. Хорошо. Давайте, дуйте в трубочку. Дуйте, 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 дуйте. Достаточно. Інтересненько. За двоєчку, я думаю. За троечку. Ні, за троечку будет там одинички. Ви що, с ума сошли? Ви експериментируєте? Ні, ми проходимо тест приладом Драгер. Я понял. Ви, я так понимаю, ви друг друга знаєте. 2.13. Ні, ми не знаємо, дивіться. Знаєте. Дивіться, у вас 2.13. Ви друг друга знаєте. Значить, Валерій Анатольович, на вас буде складено адміністративний протокол по статті 130 КУПАП. Хорошо. Дуже добре. Хорошо. Согласен. Ничего, Клавка, земля круглая, и круглая. На угле найдемся. Найдемся, без проблем. Найдемся. Да. Найдемся. Да, отвечаю. Добро, отвечай-то. Отвечай вот за то, что ты сделал. Хорошо. Ты порезал просто, ну именно... А я порезал за что? За то, что вы ехали за рулем пьяный? А, она стояла, молодой человек, она стояла. Ты с ним забыл? Ты забыл, когда ты приехала, она стояла, да? Ты подошел и всю круговую нахуй ее порезал. А? Да. Не забыл? Нет. Она стояла. Нет. И ключи были у ТРОшника. Не забыл? Шановний Демарці. Ця людина вже два рази рухалась п'яна. Один раз втекла. Другий раз ми передали працівникам поліції. Його відпустили, бо в його не було документів з собою. А третій раз ми його вже оформили, стаття 130. Так що дякую вам.